Всем привет! Добрались мои рученьки до газового баллона и купила себе почти все составляющие для того, чтобы сделать пескоструйный аппарат. Не хватает только, сейчас покажу, одного элемента, который будет у меня подсоединять быстросъем к самому баллону. Я еще что-то запутался, какая резьба в магазине, не стал покупать вообще ничего. Начать надо с того, что надо выкрутить вот это вот из баллона. Вот это вот конусное, закручено очень сильно. Я попробовал просто газовыми ключами, не пошло. Я не стал мучиться. Взял вот такую вот штукенцию, разогрел голову. И с помощью полметровой трубки и газового ключа, двух штук, сам все открутил. Способов, как открутить, много. Кто-то в тисы зажимает, кто-то там к столбам привязывает, тянет чем-то. Ну, я нагрел, и все пошло. Так, далее. Для сами компоненты именно. Кран полдюймовый папа-папа, полдюймовый мама-мама, полдюймовый папа-мама. Кто не знает, папа-мама — это обозначение резьб. Вот это мама, вот это папа. Потому что папа вкручивается в маму. Два тройника, тоже полдюймовых. Обе, все резьбы, точнее мамы. Короткая резьба. С одной стороны резьба, с другой стороны ничего. Это мы будем приваривать к баллону. Футорка. Три четверти наружная, полдюйма внутренняя. Это мы сейчас вкрутим вместо крана. Вот в эту штуку, потом у нее вкрутится кран. И дальше тройники. Также, как их правильно назвать? Вот эти вот штуки, на них мы будем одевать шланг. 4 хомута 25-х, пробка в батарею и резьба под пробку в батарею. Это нам нужно для засыпной горловины. Да, не хватает переходника под разъем, ну кто как, можно сделать на шланг. И также еще купил шланг, не знаю, попробую, как мне кажется, стенка тонковата, но то, что нашел в магазине, то и взял. Диаметр 20, давление 1 мегапаскалей, год выпуска 13-й, белорусский рукав. Попробуем. О, вот эти вот штуцера для вот этого шланга, собственно. И потом хомутом обжимаем. Так, начинаем потихоньку сборку ракетной установки. Приварил я ножки длиной 20 сантиметров, полная длина 20 сантиметров. Посчитал так, чтобы вот этот вот узел, когда закрутится, не касался земли. Плюсом я еще хочу потом тут колесики приварить. Но это потом будет, если не забуду. Теперь здесь расчищаем площадку. Не знаю, высверливаем, выпиливаем, вывариваем отверстие под засыпную горловину. Она будет вот так вот выглядеть. Несложными движениями болгарки по чуть-чуть. Ой, отлично, он даже почти вовнутрь побил. Вообще шикарно. Зачищаем вокруг и привариваем. Тут все приварено. Варено. Варил, используя вот эту опять-таки штуковину. Улучшает качество сварки. Реально прям сильно. Далее просверлил сбоку отверстие на 10. Сюда приварится сейчас штуцер. Это будет подача воздуха в баллон и подача дальше его в рукав. 10. Почему не имеет смысла сверлить больше? Потому что диаметр подающего шланга внутри равен 8. Поэтому больше не имеет смысла. Все, сварные работы закончены. Теперь остается только сборка. Так, приступаем к сборке. Нам нужна хум-лента. И по сути все. Определяем сразу положение крана, который внизу стоит, чтобы он не упирался, когда открытый, в бак. То есть вот так вот он вниз ручкой должна идти. И потихоньку наматываем. Маловато. Фумки надо не жалеть, потому что будет травить, придется все разбирать.
Так как в самом баке, в газовом баллоне, оттуда, откуда был выкручен кран в голове, резьба конусная. Поэтому здесь надо фумки намотать прям очень много под самый краешек, там, где резьба у нас будет заканчиваться. Нашел я решение вопроса, как подсоединять быстросъем. Вот сам конец быстросъема, и у себя в загашнике нашел резьбу. Это полдюйма. Вот это вот не знаю, какая там резьба, но это обычная, в хозмагах продаются такие. И сюда. Можно уголок поставить, но это если надо будет. Все, в принципе, аппарат можно считать собранным, готовым. Все-таки поставил я уголочек, чтобы шланг не ломался. Ручка, чтобы откручивать пробку удобно. Резиновая прокладка ножницами вырезанная. Снизу у нас кран регулировки подачи объема песка и пистолет. Это я сразу одел пластиковую рукоятку, чтобы тут шланг не раздувался. Здесь сделал такую вот штуку. Это кусок свечи. Способов много. Я еще не определился, каким я буду делать, поэтому пока не показываю. Сделаю отдельное видео, как самое удобное обрезать вот так свечу. А это обычная пробка была, в которой я рассверлил отверстие. И у меня дошло до тех пор, что брисковская свеча полностью не проскакивает. И это удобно тем, что она ложится как раз вовнутрь туда, плечами упирается. Не проваливается, а здесь поджимается. О, отлично. И крану работать не мешает. Сейчас сушим песок, засыпаем, пробуем. Итак, берем просушенный, просеянный песок через мелкое сито. Это надо уже, не надо. Ну что, аппарат работает замечательно. Одно только, но у меня слишком мелкий, наверное, песок. Надо на речку съездить, взять крупного. И, конечно, в боксе работать с таким нельзя. Я работал вот здесь. Вот это все отлетает настолько сильно. Буду работать где-то на улице. На этом всем пока. Покажу еще, как я сопла подумал, как сделать их.